до 70. Победителям всероссийских и международных олимпиад, участникам научных конференций. Инсулиновый кризис надо перешел в хроническую стадию. Четверть миллиона больных с сахарным диабетом по-прежнему не могут получить в аптеках Ростовской области жизненно важное лекарство. Для большинства из них льготный рецепт – единственная возможность приобрести инсулин. Однако эти сведения по инсулину там жевать, фотографировать будет. Да, просто так, чик-чик. Нажимайте. А, как-то заблокировано. А, сейчас разблокируем. 60. Предлагает боевое участие в строительстве элитного жилого дома по улице Ленина 220.